Читайте в «Свежей комсомолке» 16 января. Один из самых талантливых и модных писателей Захар Прилепин написал статью о своем отношении к нынешней российской интеллигенции. По его мнению, сегодня в России их образовалось сразу две. Об этом и многом другом читайте в свежем номере «Комсомолки». Военные перестанут наматывать портянки уже к концу 2013 года, и всероссийская армия потопает в историю в современной обувке. По словам Сергея Шойгу, для этой задачи будут выполнены дополнительные средства. Подорвет ли отказ от портянок боевой дух нашей армии в материале Виктора Баранца. История Ирины Кабановой, зверски убитой собственным мужем, потрясла всю страну. Одной из главных героинь этой трагедии стала няня детей, 53-летняя Татьяна Штефанец. Александре Крыловой удалось отыскать эту женщину и узнать, как она неделю жила под одной крышей с преступником.